Самолет называется «Фотон», потому что фотон как частичка света. И самолет наш тоже как частичка этого света, который будет питаться от Солнца. Сейчас на нем стоит двигатель внутреннего сгорания. Система солнечных панелей, она является резервной системой электропитания. Помимо эксперимента с солнечными панелями, данный аппарат служит летающей лаборатории для испытаний нового программного обеспечения по управлению полетом. Ровно! Данная система на земной станции позволяет нам управлять самолетом как при взлете, посадке. В процессе полета мы можем изменять маршрут и передать его в автопилот. Также с помощью данной земной станции мы можем следить за объектом с помощью полезной нагрузки, как в видимом спектре, так и инфракрасном диапазоне. Таким образом, мы позволяем нашему аппарату летать круглые сутки, днем и ночью, оснастив двумя видами камер. В случае малого количества спутников система будет лететь по видеонавигации, которая была разработана в Центре беспилотных систем. То есть мы хотим в ближайшем будущем полностью отказаться от GPS-сигнала и летать полностью автономно, не опираясь на спутниковую систему. Если вдруг произошла потеря связи, то самолет сам прилетит на точку старта. И уже в процессе мы можем его принять и посадить. Беспилотники подобного размаха в основном используются для Министерства обороны и для силовых ведомств. Данный самолет был разработан исключительно для научных экспериментов. Сейчас у нас уже есть несколько заказчиков, которые хотят применить данный аппарат для разведки магистральных нефтепроводов, для мониторинга нефтепроводов. По факту мало таких беспилотников, которые бы летали на видеопоследовательности, то есть без использования GPS. Обычно это авиамодели, но мы, так сказать, перешли на более высокий уровень и применяем ее на летающих лабораториях. Этот самолет является для нас самым большим по массе и по размаху крыла, который мы сделали. Это для нас не предел, мы будем дальше стремиться к еще большим аппаратам, с большей продолжительностью полета.